Всем доброе утро. Суббота, 28-е. Мио с вас приветствует. 8.55 и температура 8.5 градусов. Если честно, я думал, что похолоднее будет. О, видите, 35. Не думал, что будет так тепло по сравнению со вчерашним днем. Машину специально залез, чтобы посмотреть температуру воздуха. Сегодня я вам не расскажу про солнечное, точнее про ясное голубое небо, про солнечную погоду. Сегодня, как видите, у нас пасмурно с утреца. И мы идем от Владимира и Арки непосредственно к морю. Кстати, ангела видите? Не так давно я из старых, сделанных еще в декабре фотографий и этих коротеньких роликов сделал один большой, ну относительно большой ролик. Там, где вы увидите еще ангела в виде полуфабриката, а потом уже готового, как его вешали. Вот. Идем к морю. Почта какая-то пришла. Вот, теперь письма, извещение. На обратный путь глянем. Итак, долгая дорога к морю по улице Колораж. На улице, как всегда, ни души, вообще никого нету, только машинки. Все так же растут магнолии. Наверняка уже, не наверняка, работает аптека. Вот аптека у нас работает очень даже хорошо. 8 утра, она уже стабильно открыта. Когда мы еще спим. Вообще никого. Шеньки. А нет, вот мужчина один вышел. Сегодня денек будет, как понимаете, не очень солнечный. Но у меня еще есть ряд роликов, которые вы не видели. Они там какие-то загружены, какие-то только будут грузиться. Они будут еще солнечные. Кстати, для тех, кто недавно присоединился к каналу, поясняю. Там, где написано полная дата, как правило, это утренний ролик, как вот этот, либо обеденный ролик, который будет в обед, соответственно. То есть там конкретно прописано, там, допустим, 28.01.2023 года. Значит, ролик снимался день в день, вот прям вот буквально только-только. На всех остальных, там, где пишется либо зима, либо январь, то ролик мог был снят либо вчера, либо позавчера, а может быть даже в ряде случаев еще и дольше. Иногда я их переношу. Итак, мы приближаемся к Стелле по улице Колораж. Людей практически не встречаем. А море уже шумит. Блин, все-таки мне не нравится, что не говорите. Извините, товарищи соседи, но не нравятся мне вот эти вот роставни почему-то. Вот не знаю. Как-то грустно. Когда они открыты, да, другой вообще вариант. А вот когда идешь, они закрыты, вообще другой вариант. Фикусы что-то в этом году не очень колосятся. Обычно они колосились. А сейчас какие-то непонятные вот кустики. Кто-то все-таки гуляет по набережной. Море слегка-слегка взволновано. Легкая волна такая. Все стабильно пасмурно. Ну так, слегка светлая пасмурность вот такая вот. Хотя только что сам придумал такой термин. Возможно, вечером, конечно, будет красивый закат. Кто его знает? Тогда пойдем посмотрим. Пораньше сегодня. Я напоминаю, что сегодня может быть суббота, может быть пораньше. Но в любом случае на телеграм-канале я дам оповещение. Ну а если все будет пасмурно, как сейчас, то, наверное, лучше поработаю. Вот так вот. Всем доброе утро.
Привет из Ладожска. Сегодня без солнца обходимся. Сегодня никуда не поедем. Всем пока.